Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем здравствуйте! Выполним задание номер 105. Вычислите. Запишем пример под буквой А. Модуль минус 2 третьих плюс модуль 4 девятых. Находим модули. Модуль минус 2 третьих равен 2 третьих плюс модуль 4 девятых 4 девятых. Нужно привести к общему знаменателю 3 и 9. Общий будет 9, поэтому сюда приписываем 3. Получаем 6 девятых плюс 4 девятых. Складываем числитель, это будет 10 девятых. Выделяем целую часть, делим 10 на 9, будет 1,1 девятая. Дальше B. 2 третьих минус модуль минус 4 девятых. Модуль 2 третьих минус модуль минус 4 девятых. Находим первый модуль, это будет 2 третьих минус второй модуль 4 девятых. Также нужно привести к общему знаменателю, снова приписываем 3. Получаем 6 девятых минус 4 девятых. Будет 2 девятых. В. Модуль минус 3 пятых. Минус модуль 3 двадцать пятых. Находим сначала модули. Модуль минус 3 пятых, это будет 3 пятых. Минус модуль 3 двадцать пятых. 3 двадцать пятых. Приводим к общему знаменателю. 5 и 25, общий будет 25. В первой дроби добавляем сюда пятерку. 3жды 5, 15, 25, минус 3, 25. Отнимаем, получаем 12, 25. Г. Модуль минус 3 пятых. Плюс модуль 3 двадцать пятых. Модуль минус 3 пятых. Снова просто 3 пятых. Плюс модуль 3 двадцать пятых. 3 двадцать пятых. Находим общий знаменатель. 25. Снова сюда пятерку приписываем. Получаем 15 двадцать пятых. Плюс 3 двадцать пятых. Складываем числители. Знаменатель остается прежним. Будет 18 двадцать пятых. Дробь тоже несократимая. D. Модуль 13 шестнадцатых. Плюс модуль минус 5 восьмых. Находим модули. Здесь будет 13 шестнадцатых. Плюс модуль минус 5 восьмых, 5 восьмых. Находим общий знаменатель. 16 и 8 будет 16 общий. Поэтому ко второй дроби нужно приписать дополнительный множитель 2. Получаем 13 шестнадцатых плюс 10 шестнадцатых. 13 шестнадцатых плюс 10 шестнадцатых, 23 шестнадцатых. Дробь неправильная. Выделяем целую часть. 23 делим на 16. Берем по одному. Остаток 7. 7 шестнадцатых. Также сократить нельзя. И под буквой Е. Модуль 13 шестнадцатых. Минус модуль минус 5 восьмых. Находим снова модули 13 шестнадцатых минус, уже находили модуль минус 5 восьмых, это просто 5 восьмых. Приводим к общему знаменателю, сюда дописываем 2 дополнительный множитель. 13 шестнадцатых минус 10 шестнадцатых. Вычитаем, получаем 3 шестнадцатых. Дробь также сократить нельзя. Задание выполнили.
Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!